Всем привет! С вами я, Алиса с канала Billywicks, и четвертая посылка из Америки с куклами Monster High и Ever After High. В коробке находится много новинок, но не буду рассказывать, какие именно там лежат куколки. Что ж, начнем распаковку. И первое, что мне попадается в этой посылке, это три куклы из серии Скарнивал. Это Дракулаура, Скелита Калаверас и Клод Вульф. Коллекция бюджетная, и как вы догадались, она посвящена карнавалу Фрик-Дишик или же попросту ярмарке. Далее идет сет Loves Not Dead с Гулей Елфс и Сломо Мортовичем. Этот сет был представлен во второй половине 2015 года, и в этой серии они нарядились довольно официально, и это потому, что они пошли на бал. Эксклюзив американского магазина Walmart – куколка Briar Beauty из Ever After High из серии «Путь» или же «Дорога в страну чудес» – Way to Wonderland. На Брайер одет яркий наряд, который переполнен деталями и чудесной цветочной тематикой, которая сразу бросается в глаза. Лично мне больше всего в этой кукле нравится пучок сзади и черный ободок с огромной розочкой. Я осталась неравнодушна к виниловым фигуркам Monster High и решила их прикупить, а именно первую волну базовых кукол – это Клодин Вульф, Лагуна Блю, также Клео Денил, Франкенштейн, Гулия Елпс и Дракулаура. Ну и напоследок я оставила виниловую фигурку Неферу Денил с Сан-Диего Комик-Кона 2015, которая приурочена к мюзиклу «Буйорк, Буйорк», который уже можно посмотреть на английском языке. А вот и Неферочка! Кстати, если вы еще не знаете, тираж Неферы Денил «Буйорк-Буйорк» 7000 на весь мир. В самом низу коробки спрятались три гигантские куклы Frightly Tall Ghouls. И они действительно просто высоченные монстры. Это Дракулаура, очень волшебные, какие-то огромные. И вот. Также еще Клодин. Сейчас вам поставлю. Потому что очень трудно держать действительно огромные коробки, и их просто не объять руками. И Фрэнки... Зараза. И еще в эту серию зашла. И еще в эту серию вошла Франкенштейн. Куклы довольно высокие, более 42 сантиметров, как и Гулиопа Джиллингтон из серии Фрик-Дюшик. Ну и последняя в коробке, но не последняя в жизни, Gingerbread House из серии Sugar Coated, или покрытые сахаром. Все мы знаем, что Gingerbread House великий кондитер, а великому кондитеру нужно лучшее оборудование. Поэтому кухня Gingerbread House комплектуется из множества нужных и удобных частей. На сегодня посылка закончилась. Кукол довольно много, и они все милые, каждая по-своему крутая и необычная. Мне бы хотелось поскорее на них снять обзоры, что я и сделаю в ближайшее время. Жду ваши комментарии, на какую куколку вы бы хотели увидеть обзор, может быть на винилку, а может быть и на плейсет. В общем, жду ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не успели этого сделать, ставьте лайк под этим видео. Не забудьте следить за новостями моего канала, моей странички и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки будут в описании под видео, а также в шапке на главной странице моего канала. Я вас всех люблю. Be cool and crazy. Пока!